Памятник павшим героям. Единственный на всем Левобережье. Уже много лет на площадке у этого памятника жители района Степной проводят различные мероприятия. К 70-летию Победы активисты района решили отреставрировать свое достояние. Был организован концерт, собрали около 200 тысяч рублей. И мы попали также в грант. И совместными, получается, финансовыми усилиями мы отреставрировали этот памятник, который сейчас находится в хорошем состоянии. И с двух табличек мы расширили таблички до четырех. То есть нашли фамилии, вписали их туда. Активные жители ТОСы Степной давно поняли. Хочешь что-то изменить, приложи усилия. Так в прошлом году в поселке появилась новая детская площадка. Свою лепту в строительство внесло и младшее поколение. Детскую площадку, да, мы делали личными усилиями. Вот, брали просто кисточки, краски и просто детям давали. Они рисовали на заборах. ТОСы могут многое, но не все. На встрече с Игорем Шутенковым жители советского района говорили о строительстве дорог, домов творчества, детских садов и покраске фасадов зданий. На станции телевизионной у нас учатся дети в 58-й школе, второй корпус. Фасад у нас в ужасающем состоянии. Столько лет не ремонтировалось. Пожалуйста, обратите внимание. Некоторые вопросы можно решить уже и сейчас. И, тем более, есть инициативы жителей, мы их и будем решать сразу. Некоторые вопросы на перспективу. Ну, есть, конечно, глобальные вопросы, которые решить можно только с помощью Российской Федерации. Тем не менее, все вопросы принимаем в проработку, принимаем к сведению и начинаем работать. Софья Гуртовая, Аркадий Амбуев, телекомпания ТВ.